Братья и сестры, здравствуйте. Итак, Господь Иисус Христос, благословенно имя Его, 40 дней проводит в пустыне, постясь, то есть не едя и не пия, находясь в молитве, потому что не молясь, поститься невозможно. А душа должна быть занята. Тело лишено всего, а душа должна быть занята. И к концу этого времени Христос чувствует голод, залкал, показывая немощное, то есть показывая, что Он истинно вочеловечился и воплотился. И в это время чувство голода, усталости, слабости и прочего, это пограничного состояния, которое сопутствует крайнему изнемождению, приступает к нему искуситель и говорит: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Первое искушение – хлебом. Нетрудно Богу было сделать хлеба из камней, потому что, согласно слову Иоанна Предтечи, Бог может из камней и детей Авраама воздвигнуть, не только хлеб, но и живого человека из камня может сделать. То есть все подвластно Богу. Первый человек был сотворен из земли, а почему бы из камня не сделать его, там, если разве это Богу не трудно? Не трудно. Значит, искушает человека хлебом. И Господь отвечает, Иисус Христос отвечает ему великую такую вещь, которая руководствует нашей жизнью до сегодняшнего дня и дальше. Написано: не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Где написано? Запомним это. Книга Второзакония, 8 глава. Это очень важная глава и вообще очень важная книга. И вообще все удары дьявола, все предложения соблазнительные, Христос будет отбивать словами Второзакония. Это одной только книги Старого Завета. В его устах эти слова превращаются в оружие, такую, значит, систему ПРО, противоракетной обороны. То есть лукавый пускает в него там свою зажженную ракету, а Христос умеет ее изменить ее траекторию или погасить ее на подлете. Значит, не хлебом одним будет жив человек. Слово «хлеб» вмещает в себя всю пищу в еврейской традиции. Там все, и мясо, и молоко, и овощи, и фрукты. В слове «хлеб» есть все. И не только этим живет человек. То есть не потребительской корзиной живет человек, но также и Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Если не живет Божьим Словом человек, то он умирает. Он телесно вроде бы живет, но фактически он умирает. Поэтому снабдите души свои, запомните, возлюбленные люди, люди Божии, да, что жить без Божьих слов – самоубийственно. Это противоестественно и самоубийственно. То есть, покупая в магазине еду, не забудьте по приготовлении и потреблению ее прочесть что-нибудь из Евангелия или из Завета Ветхого, или из Псалмов. Вообще, упражняйте в Слове Божьем, потому что Господь наш сказал дьяволу в пустыне. Дьявол понял это и отошел на время. Значит, что не живет одним только хлебом человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. Великое правило для каждого человека. А потом лукавый приступает обратно и берет его во святой город и поставляет на крыло храма. То есть Христос позволяет себя носить туда-сюда. Как впоследствии мы читаем в житиях святых, как потом уже лукавый носил там из Новгорода там святителя, значит, в Цариград там и так далее. То, что потом Гоголь использовал в рассказе про Вакулу, как он дьявола смирил и летал на нем там туда-сюда. Значит, лукавый носит Христа, Христос поддается, и он поставляет его на крыло храма и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз. И здесь лукавый цитирует Псалом 90, что ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Очевидно, лукавый умеет процитировать какой-то текст Писания таким образом, чтобы соблазнить человека. И Слово Божие есть меч обоюдоострый, им легко порезаться, если неумело им пользоваться. Значит, внимание, да? Но Христос опять отвечает словами Второзакония. Говорит: не искушай Господа Бога твоего. То есть, если тебе предлагается совершить нечто великое и из ряда вон выходящее, если у тебя есть соблазн, например, там, читать чужие мысли, влиять на чужие судьбы, получить некие знания, которых нет ни у кого, иметь некую власть над душами и телами человеческими, каким хочешь способом, шаманско, значит, каким-нибудь таким ведьмаковским там или технологическим, медицинским, то тебе касаются слова: не искушай Господа Бога твоего. Не думай, что ты способен на то, что ты избран, так сказать, для того, чтобы совершать нечто совершенно особенное, так сказать, чтобы ангелы охраняли тебя, чтобы дары тебе были даны какие-то специальные. Нет, ходи пониже, со смиренными мудростью. У Бога война с гордыми, Бог гордым противится. «Не искушай Господа Бога твоего». И, наконец, третий раз лукавый приступает к нему
и берет его на весьма высокую гору, показывает ему все царствия мира и славу их. Вот даже можно представить сегодня, поскольку мы сегодня в течение получаса, например, можем по телевизору посмотреть там красоты Абу-Даби, там красоты, значит, там какой-нибудь там Ниагары, там красоты таких городов, красоты таких дворцов. А раньше такого не было. Воображение человеческое не позволяет ему оглядеть весь мир за малое время. А здесь лукавый показ Христу всю красоту всей вселенной, именно цивилизационной вселенной. То есть там, не знаю, дворцы и все, что в них. Соблазняет его властью. Говорит, все это дам тебе, если ты падше поклонишься мне. Это искушение властью, против которого мало кто устоит людям. Это самый великий такой, значит, наркотик и самый страшный афродизиак. То есть он влюбляет в себя, значит, эта идея, похоть власти, влюбляет в себя души пачками. Вот. И Господь тоже претерпевает это и отвечает лукавому, тоже через книгу Второзакония, отвечает ему, что нужно Богу поклоняться и ему одному служить. Не нужно, чтобы служили тебе и кланялись тебе. Это ты поклоняйся Богу, ему служи, и не нужно лезть наверх для того, чтобы держать в руках свои бразды управления всей вселенной. Перечитайте это сами, 4 глава Евангелия Матфея. Можете перечитать «Легенду о великом инквизиторе братьях Карамазовых» как отдельное произведение Федора Достоевского, потому что эта тема касается каждого человека. Это избыточное оружие, больше у дьявола нету, которым он продолжает воевать со всей вселенной и, нужно сказать, достигает больших успехов, ибо люди не знают Иисуса. А мы будем стараться познать Иисуса, чтобы в нем отразить все козни лукавого. Да будет так. Аминь.